Самый дешевый хлеб выпекают в селе Шолаксай Костанайской области. Формовая булка стоит 25 тенге, несмотря на то, что затраты на производство продукта номер один выше. Таким способом местный предприниматель Мади Ихтиляпов поддерживает своих односельчан. Хлеб в Шолаксае выращивают больше века. Механизатор Кайрат Искаков в поселке родился и вырос. В поле работает почти 20 лет. В нынешнюю посевную компанию сел на новый трактор. Здесь производительность работы лучше, чем в тех советской технике. На старых она кируется 40-50, может, гектар. Здесь больше 100 гектар даем каждый. Шолаксайцы работают в зоне рискованного земледелия, но, несмотря на низкий балл бонитета почвы и летние засухи, здесь получают стабильные урожаи. Не просто нужно бросить зерно в землю, с землей нужно работать. Основа будущего урожая – это, конечно, зябь, паровые наши земли. Земля требует вложений, чтобы от нее потом была отдача. В сельской пекарне нет выходных. Рабочий день начинается в 6 утра. Делают два замеса с таким расчетом, чтобы к обеду у сельчан на столе был горячий хлеб. Хлеб у нас в сыром виде 950, а в готовом 850. Зерно у нас свое завозят на мельницу. Клейковину хорошая, высокая. По вкусовым качествам у нас он самый хороший хлеб. Самый. Последние 10 лет цена на хлеб в Шолаксае не поднималась выше 25 тенге. При этом себестоимость стандартной буханки составляет 43 тенге. Всю разницу на себя берет одно из местных хозяйств. Помимо продукта номер один, сельчане покупают и другие жизненно необходимые товары со скидкой. Сами выращиваем пшеницу, сами пекем и сами продаем по 25 тенге. Помогают у нас за сено, вот, например, за уголь, за дров. И на дешевку продают, конечно, дают нам всем. Обстоятельства хорошие. Жить можно. До начала посевной кампании предприниматель выделил деньги на новую крышу для детского сада, а летом в селе планируют отремонтировать дом культуры. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Костанайская область, 24 КИЗ.